Здравствуйте. Меня зовут Анна Черкасова. Я детский писатель, и я люблю писать веселые истории. И как раз такую веселую историю хочу сегодня вам прочитать. Она называется «Странная семейка Ивановых». Если у вас тоже фамилия Ивановы, то вы не думайте, что это про вас. Это вообще про других Ивановых, про очень странных. Ивановы – обычная фамилия в нашей стране. Но не все Ивановы – обычные люди. И особенно необычные те Ивановы, о которых сейчас пойдет речь. У этих странных Ивановых странный папа, странная мама, странные дети, странные все родственники, а также соседи и школьные учителя. Да-да, как это ни странно, все вокруг Ивановых ужасно странные люди. Начнем по порядку. Вот Иванов папа. Обычно такой с виду папа, даже без усов. Вот у вас папа с усами, у меня, например, без усов. Но есть у него одна совершенно необычная странность. Случалось ли вам однажды ночью испугаться? Например, из-за ужасающего света фар грузовика, который проезжает под окнами. Или бросающего в дрожь скрипы двери соседей сверху, когда они крадутся ночью к холодильнику. Поесть в полной темноте холодных котлет со сгущенкой. По-моему, мои соседи так и делают. Или душераздирающего шороха занавески у открытой форточки. Но еще больше любого обычного человека пугается всех этих полуночных кошмаров папа Иванов. И поэтому постоянно просит маму Иванову поспать с ним рядышком под одеялком цветочек. И дети Ивановых, зная про этот папин страх, никогда по ночам не зовут к себе Иванову мамочку. Ни водички принести, ни подушечку поправить, ни песенку спеть, ни рядышком посидеть. Даже если на них вдруг среди ночи нападают все бабаи на свете, они сразу вспоминают, насколько тяжелее приходится в полной темноте бедному испуганному папе. Вот так-то. Мама в семье Ивановых тоже странная, хоть уже и совсем взрослая женщина. Однажды она испекла необыкновенно вкусный пирог с вишней, специально для папы. Папа ел мамину выпечку так, что у него от удовольствия за ушами трещало. Особенно за правым ухом. Наелся папа пирога, а спасибо маме не сказал. Может быть, забыл. Может быть, постеснялся. Может быть, невежливый был. Но вполне вероятно, что папа просто понадеялся, что спасибо за него скажут дети Ивановых или даже мама Ивановых сама себе. Ведь они все вместе пирог с вишней ели. И почему тогда папа один должен спасибо маме говорить? Но странная мама папиного молчания правильно не поняла. Ей пришла в голову совсем уж чудная мысль. Будто папа не сказал спасибо, потому что ему не понравился вишневый пирог. Выкинула мама рецепт и больше никогда-никогда такой пирог не пекла. Вместо этого готовила удивительно странные пирожки с солеными огурцами. Дети Ивановых, хотя еще и начинающие Ивановы, а уже тоже странные. Например, сын Ивановых однажды пришел из школы и попросил маму Ивановых помочь ему раздеться, чтобы она и брюки с него сняла, и пуговки на рубашке расстегнула. А надо сказать, что сын Ивановых был уже совсем взрослый, во второй класс пошел. И вот стала мама сыну помогать переодеваться, как будто он маленький, как будто ему один годик и 4,5 месяца примерно. Она пуговки все расстегнула на рубашке, брюки стянула с лежащего на полу сыночка, надела на него домашнюю одежду, потом книгу вслух прочитала про колобка. Вечером мама совсем разошлась, даже кормила сына Ивановых супом с ложечки и приговаривала: «Скушай за маму, скушай за папу, откуси хлебушек за бабулю и компотиком запей за дедулю». А перед сном и вовсе достала погремушки из чулана и дала их сыночку поиграть. И что самое странное, Иванов-младший не стал погремушкой играть. Он достал конструктор, взрослый, железный, с двумя отвертками, и принялся собирать трактор. Такой вот он странный, этот сын Иванов. Не стал погремушкой играть перед сном, хотя днем и вел себя как маленький. Как это ни странно, детей у Ивановых двое. Есть у них еще дочка младшая. Она не совсем странная, а пока что так, слегка странноватая. Вот какой с ней случай произошел в Новый год. Все Ивановы и их родственники сидели за столом перед телевизором и ели такие вкусные блюда,
которые готовят только для новогодней ночи. Каждый, кто хоть раз сидел за огромным праздничным столом, знает, самое-самое вкусное всегда находится на самом-самом дальнем конце стола. Вот так же случилось и со странноватой дочкой Ивановых. Она протянула тете Ивановых свою огромную тарелочку и сказала: «Передайте, пожалуйста, самый большой кусок торта и обязательно с розочкой. И чтобы я вас больше не беспокоила, очень прошу вас, положите сразу двойную добавку». Но вот что странно. Прямо в этот момент у дочки Ивановых во рту был огромный кусок бутерброда с жареной колбасой по особому бабушкиному рецепту. Девочка еще не совсем его прожевала. Очень уж торопилась раздобыть побольше торта. Потому что, зная дочка Ивановых, этих голодных и невоспитанных родственников, не поторопишься, так они весь торт съедят. И маленьким худеньким девочкам ничего не достанется. В общем, с набитым ртом просила дочка Ивановых у любимой тети тортик передать. Рот при этом старалась не открывать, конечно, чтобы колбаску вкусную жареную не выронить. Попробуйте тоже что-нибудь сказать, не открывая рта. Интересно, получится ли у вас? Вот дочке Ивановых не получилось. Почему-то тетя не совсем хорошо поняла племянницу и даже переспросила дважды, чего же та хочет. А потом вместо торта дала дочке Ивановых огромную порцию рыбы с грибами и с чесноком и с тремя добавками. Так и ела дочка Ивановых вместо торта в Новый год рыбу. Ну не странная ли? С другой стороны, может, это и не дочку Ивановых странная, а тетя. Ведь каждому ясно, что не может ребенок попросить на ужин в Новый год рыбы. Не бывает такого. Впрочем, родственники даже и не у Ивановых бывают странные. А про родню Ивановых лучше вообще промолчать. Хотя нет, вот можно рассказать про умного дядю Ивановых. Он такой умный, что его даже странно называли всего-то раз то, да и то в автобусе. В семье же все говорят, что дядя этот не странный, а просто незаурядный. Например, он спит всегда только сидя и только при включенном свете. У него это еще в детстве началось. Когда дядя лежал в колыбельке, то обратил внимание на совершенно странный факт выключения на ночь света в комнате. «А зачем нужно спать?» – рассуждал маленький дядя Иванов. «Чтобы смотреть сны». «А как же их смотреть?» – продолжал умничать он. «Когда в комнате такая темнота». «Нет уж, в темноте и большой сон рассмотреть сложно, а маленький и вовсе можно не заметить». Так подумал дядя Ивановых еще в глубоком детстве и с тех пор решил не выключать свет и ложиться спать, а включать свет и садиться спать. А недавно стал даже очки на ночь надевать. Кстати, этот незаурядный дядя считает, что остальные спят в темноте только потому, что на электричестве экономят. Глупые жадины. Вот как он думает на остальных. Кстати, среди Ивановых есть и взаправду самый настоящий жадина. Это четвероюродный дядя Ивановых. А может и пятиюродный. Так сразу его не подсчитаешь, этого дядю. Так вот, этот дядя жадина, каких свет не видывал, и гордится этим. Жадным быть хорошо, когда ни с кем не делишься, тебе самому больше достается, говорит он. И сына своего учит жадничать. Мальчика этого часто в школе просят дать списать домашнее задание, а он не дает. Из-за этого его иногда называют жадиной говядиной. Обидно совсем немного, зато как дядя сыном гордится. Но однажды этот сколько-то юродный дядя узнал, что сын его, вместо того, чтобы просто не дать списать, несколько раз помог одноклассникам задачи решить. Научил, подсказал, объяснил за просто так, ни за что. Ну и досталось же тогда бедному сыну жадины дяди. Хотя могло и больше достаться. Просто дядя опять пожадничал. Историй про родственников и друзей и семьи Ивановых много. Если хотите прочитать их все, вбейте в интернете «Черкасова Анна. Странная семейка Ивановых». Пока!